Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Summoner Storm. Мы остановились с тобой на 31-й, получается, миссии. Так, кто у нас тут? Лучница, копейщица. Опять этот охламон здесь, ё-моё. Ладно, попробуем с ним справиться. А кем будем справляться? Наверное, стрелком. Это единственный, кто, наверное, может его быстренько уничтожить. Танки против него практически бесполезны, мы убедились в этом. Вот я не помню, как огонь на него влияет. Хорошо или плохо? Сейчас проверим. Он 4 уровня, кстати. Чувачок этот. Смотри, смотри, вот видишь, что он вытворяет? Вот попробуем огоньком. Огонь очень хорошо, ребята, его уничтожает. И это круто. Ну-ка попробуем вот так вот сделать. Так, у него есть молния, да? Есть, я помню. Так, ну-ка давай-ка еще одного танка вызовем. Ну, блин. Так, ну-ка выходи. Сейчас молнию, наверное, влепит. Нет, пока все хорошо. Все-таки врубает, ребят. Но не уничтожает. Не хватило ему здоровья, да? Силы, точнее. Где отсюда стоит там? Ну-ка, стрелок. Шикарно. Я думаю, мы здесь победим. Да. Все идет к тому, что, ребята, мы его сейчас просто расколбасим. Еще вызовем танка. Все, 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 парень. Можешь даже не брыкаться. Давай, вызывай там кого-нибудь. Никого не вызывает. Все. Победа. Причем довольно легко. Так, 9 монет. Опыта 20. Гром. И травница. Так, а что у нас с тобой? Подожди, я не хочу пока драться. Вот здесь надо глянуть. А, у нас сундук с тобой готов. Мало денег. Грута, которую я не пользуюсь. И все, что ли? Ладно. Разблокировать через 4 часа. Допустим. Так, нам нужно забить с тобой... Одно местечко свободное есть. Я думаю, у нас получится. Так, шаман у него 1 уровня. Плюс мясник 2 уровня. Ну, здесь ничего страшного нету. Молния 2 уровня. Нам как-то надо карточку на огонь получить. Что скажешь? Погнали. Он с мясом, с окороком. Так, шаман, ты здесь как бы не вписываешься в мои планы. Отбили. Так, сейчас я, наверное, стрелка возьму. Посмотрим. На, лобешник. Что там делает? Готово, готово. Слушай, она сопротивляется, копейщица-то это. Так, давай-ка еще, наверное, вызовем танкулю. Бубух. Ну все, у него тут шансов на сопротивление просто нету. Мы его задаем. Как-то так, друзья мои, как-то так. Мои награды. Кстати, я тоже 4 уровня. Так, пойдем в компанию. Здесь мы с тобой сундук получили. Соответственно, будем ждать, когда они все активируются. А здесь у нас бесплатного. Слушай-ка, вот что я, наверное, возьму, ребят. И прокачаю. Теперь у меня пламя 2 уровня. Наносит урона 630. Слушай, ну неплохо. Неплохо. Так, 32 уровень у нас. Так, а это что у нас за пират такой? Такого я еще не видел. Вместо кинжала у него рыба в руках. Он думает, что он меня сможет одолеть ей. Давай посмотрим. Толга. Ну давай, 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 посмотрим, кто кого. Так, шаман вышел, да? Шамана убираем отсюда. О, о, вот он, пират, ребята. Так, ну-ка, гром.
Пойдем. Пират довыпендривался. На-ка. Он типа дамагера, что ли, получается, да? Он даже не применяет молнию. Если у него, конечно, она вообще есть. В любом случае, ему уже крышка, потому что мы подошли к нему вплотную. Все. Доигрался. Долго доигрался, ребят. Так, что тут нам? 10 монет, 20 опыта и дикарка. Ну, дикарка меня не интересует. Мне не нравится этот персонаж, мы уже пробовали за него, да? Как-то не айс. Так, а вот здесь у него, ребята, все идет практически на дамаг. На урон. Уровень 4, серьезно? У него молния 4 уровня, прикинь? То есть он может влепить, он даже может мне любого танка снести, по идее. Ну, проверим. Так, тихо, куда бежишь? Вот так вот я сделаю. Допустим. Мне надо, чтобы он потратил молнию, друзья мои. Срочно. И он это делает, да? Так. Да ёпрсеты, ну, давай танк защищай. Шикарно. Минус. Так, а это что за электрический? Так, ну-ка получи. Задергался. Так, еще вызовем танка. Слушай, по-моему, ему крышка. Все. Он упустил свой шанс, и мы его сейчас просто разберем. Все, парень, пока. Отлично. Так, давай открывать сундуки. О, 184 монеты, 20 опыта и Сарашип. Сарашип — это фигня, на самом деле. Мне она не нравится. Ну, копейщица примитивная. 34-я миссия. Ох ты. Ребята, у него травница у него даже. Слушай, давай посмотрим. Давай посмотрим. Мне главное избавиться в первую очередь вот от этого стрелка и шамана, действительно. Потому что шаман тоже будет здесь нервотрепкой заниматься. У него уровень молнии 5. Как тебе такой расклад? Стрелка, естественно, стрелка вызывает. Мы его поджариваем. Берем ракетчика. Блин, чертов шаман сейчас все мне испортит, ребят. Срочно, давай. Минус шаман. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, допустим. Допустим. Смотри, что вытворяет, а. Давай еще танкушу вызовем. Так, надо шамана уничтожать. Желательно быстрее. Смотри, что творит. Смотри, что творит. А как он... Он же стрелка уже вызывал. Эй. Ё-моё. Давай попробуем так сделать. Да стреляй ты, господи. Есть, мы его подбили. Фига, пламя против него вообще не действует. Прикинь. Ладно, нам надо что-то с тобой сделать здесь. Срочно причем. Допустим... Ага, смотри, что творит. Понял? Вот так вот все это и происходит. Давай я вызову стрелка еще одного. Ну и все, в принципе, ребят. Тут ему крышка. Он молнию применял уже, да? Применял, поэтому она в откате, соответственно. Давай еще одного танка позовем на помощь. И пламя.
Ну, добейте вы ее в конце-то концов. На. Ажми. Это было Ажми. 10 монет, опыт и опять Сарашип. Локи. Так, друзья мои, Локи. Ну, прокачивать нам его нечем. А вот то, что мы сейчас с тобой боремся за сундук, вот это хорошо. Опа, опа, смотри, ассасин. Дамагер, стрелок, шаман. Оу. Сейчас будет битва, ребят, серьезная. И причем он не забывает 5 уровня, в отличие от меня. Я 4 еще. Так что... хреновенько все. Стрелка, я жду, когда он, ребята, будет стрелка выводить. А он его должен вывести. Я подготовлю пламя. Вот так вот. Пламя-то я подготовил, блин. Давай, Гром, выходи. Тут, наверное, без тебя никак не справится нам. Шамана позвала. Так, ну что, против шамана, естественно, стрелок, ребят. Естественно, стрелок против шамана. О, 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 смотри, ассасина вызвал. Так, вот то, что они стоят здесь в кучу все плотненько, это плохо. Сейчас он молнией шарахнет и все. А куда это он бежит? Эй! Че, я что-то не понял. Что происходит? И чего? Это что за фокус? Я не понял. Фига себе, я не знал, что она может пробегать через всех. Да. Ну все, он, походу дела, допрыгался, да? Да, он допрыгался. Больно же, говорит. Больно. Это никого не волнует. Расколошматили мы его, короче. Сундук. Так, 12 монет. Опыт. Опять же, гром. И мясник. Плюс алхимик. Ну, на самом деле, я ожидал на большее. Ну что, 36-я миссия у нас. Так, скорпион у него тут, Ози. В принципе, ничего страшного здесь нету. Блин, эпические карты не выпадают мне. Мне бы вот прокачать бы их до 2 уровня. Я думаю, это было бы вообще круто. Это было бы просто шик. Так, нифига он себе танков тут нахапал. Давай ракетчика возьмем. Скорпиона позвал. Сейчас мы сделаем вот так вот. Ага. Это не помогло. Плюс шамана он позвал. Так, надо от шамана избавляться, друзья мои. Тюнь, минус шаман. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо. Роднульки, успокойтесь, пожалуйста. Джонатан Сильва. Вот так величать этого чувачка. То есть мы против него играем. Ракетчик, выходи. Так, скорпиона позвал опять. Еще одного танка позову, на всякий случай. Ну и все, в принципе. Доигрался он. Еще одного стрелка. Тут вообще без шансов. Хорошо идем, кстати. Монетки, опыт. Алхимик. Моряк Морган. И опять же выпадает Локи. Блин. Лучше бы они мне дали какую-нибудь одну эпическую карту. Я думаю, до 40 уровня мы с тобой сегодня доберемся. Так, здесь что у нас? С топориками. Это эпическая карта все-таки, ребят. Плюс Локи. Меня вот здесь вот Локи раздражает. Потому что он рубит моих танков просто в капусту. Просто в капусту их. Но, слава богу, огонь его неплохо уничтожает. Так, ракетчика позовем. Вот. А, нет, это не то, ребят. Тыдыч. Смотри, что-то... Не, Локи, иди-ка ты, знаешь куда? Сейчас, 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 сейчас я вызову еще одного танка. Шаман у него есть. Так, ну с этими ребятами тоже нужно, ребята, издалека. Естественно. У него там нет молнии, по-моему? Нету. Поэтому стрелок.
Угу. Сейчас все будет. Опять Локи вышел. Ух. Ну-ка, ракетчик, выходи. Вжариваем, вжариваем этим ребятам. Так, допустим. А вот это плохо. Хотя, смотри-ка, справились. Гром, нифига, он даже шаман не может его пробить. То есть он не такой слабый. По-моему, этот герой доигрался на скрипке. Мы его распетрушим сейчас с полтыка. Я вот огонечек уже приготовил. И последний удар, все. Мордой в грязь. Сундук. Так, 10 монет, 20 опыта. Ос, не ос, а С его увеличать. И охотница. Этой охотнице тысячу раз, тысячу лет не выпадала. Тут решила выпасть мне. Три карточки. Так, ну что, 38-й, ребята, уровень. Так, здесь травница. Стрелок есть у него. Значит, скорпион. Морган. Ох ты, второго уровня. Локи, ребята, второго уровня. Соответственно, он будет еще сильнее разносить моих танков. Плюс травница. Травницу я, кстати, не видел еще. По-моему, они... Чего? Фига ты, парень оборзевший. В корень причем. На-ка. Пуль в лоб. Так, секунду. Прикроем, естественно, нашего стрелка. А вот, ребята, и Локи бежит. Мелкий, не успел, ребята, прибежать даже. Так, сносите скорпиона. Нормуль. Что-то мне подсказывает, что уже победа у нас в кармане. Нет. Ну, сейчас будет в кармане. Так, ракетчик, выходи. Смотри, как этот мелкий, да, танков крошит. Локи, ребята, слаб против дальнобойных. Все, победа. Никакой сложности абсолютно пока нету. Деньги. Кристалл, я уже думал, какая-то эпическая карта выпадает мне. Опыт. И опять охотница. Вот они взяли моду-то, а? 11 карточек на нее. Слушай, 39-я миссия уже. Здесь что? У них ракетчик, ребята, появляется. У него второго уровня, у меня третьего. Соответственно, у меня сильнее, да? А в остальном все хорошо. У него есть огонь. Огонь, ребята, первого уровня. У меня второго. Так, смотри, что он делает. Танка и дамагер сзади поставил, да? Тогда мы с тобой вызовем ракетчика. И пламя нам нужно срочно. Вот так вот. Так, у него тоже, ребята, ракетчик. Нам нужен стрелок. А, у него же пламя. Он сейчас поджарит нас. Так и вышло все. Так, танк. Нам нужен танк с тобой. Пускай выходит, блин. А вот это уже хуже. Вот это уже, ребята, хуже все будет сейчас. Давай, Гром, выходи. Попробуем отбиться. Ну, бросай ты свою бочку, блин. Так, хорошо. Танк, выходи давай быстрее. Без тебя тут вообще как-то тошно и тоскливо. Блин, этот Локи идет еще, а. А кто? Блин, понятно, Гром подбил, да? Эх, друзья мои. Все, меня тут распетрушили. Да, тут придется сдаться. Где я продинамил вспышку, друзья мои? Переиграть. Где я лопухнулся? Скажи-ка мне на милость. Вроде бы все начиналось хорошо. Ладно.
Попробуем еще разок. Мне кажется, я лопухнулся, потому что... Сейчас проверим. Потому что вот эти вот танки, ребята, мешаются нам. Естественно, он что-то выжидает. Ага. И что делает? На вам, бочонком. Так, у него гром подходит, ребят, тоже. Вызываем еще одного танка. Блин, тут луки паршивые, а. Ну-ка, ракетчик, давай. Вызвал, называется, ракетчика. Его гром подбил, ребят. Как все запущено. Ну в луки-то бомби. Понятно все. Опять слив. Опять слив, ребята. Хотя подожди. Нет, слив. Грома сейчас уничтожен, да? Что же мне тогда сделать? Слушай, а если я возьму... Нет, травницу не хочу я брать. Какого лешего? А, нет, подожди, у него гром тоже 6 уровня. Вот, вот, паршивец. Как он меня пробивает, не пойму. Он по всем, ребята, стандартам слабее меня. У него всего один танк, и все равно он меня выруливает. Давай я попробую так поставить. Начнем с ракетчика, предположим. Потом позовем танка. Сразу вон, видишь, кого он вызывает сразу же? Пламя. Так. Ракетчик, ракетчик, друзья мои. Он, видишь, он, как вот он может, ребят, предчувствовать, что я сейчас буду вызывать именно этого и сразу бомбит. Я вот этого не могу врубиться. Так, вот. Две ракеты, это уже хорошо, ребят. Сейчас, наверное, мы все-таки здесь сможем разрулить ситуацию. Но он их может поджечь. Так, я вызвал грома. Я вызвал, друзья мои, грома. Плюс стрелка. Не дай бог, он сейчас пламя свое сделает. Нет, ничего он уже не сделает. Все, доигрался по ходу дела, да? Да, ребята, доигрался парень. Просто наказываем его. Есть. Фу. Так, монетки. Опыт. Гром. И мясник. Плюс алхимик. Вот зачем мне столько алхимиков, а? Ну что, 40-я миссия. Ох, ничего себе, это кто такой, ребята? Квага, железный кулак. Уровень 1. Здоровье 3600. Скорость атаки очень быстро, передвигается очень медленно. Заморозка 50 секунд. Все дальнобойные атаки поражают этого героя. Ага, атаки поражают всех врагов в радиусе действия. Блин. Чё-то мне это не... Прикинь, у него молния 5 уровня и огонь. И как мне здесь с ним драться? И он 3 уровня. Ты сейчас серьезно, что ли? Давай для проверки. Опс. Так. Ну, естественно, естественно. Кто бы сомневался. Фига, ребята, на него огонь не действует. А он это специально выжидал, да, ребята? Время, блин, колдовства. Какого время колдовства? Нет, тут я лопухнулся, надо было все-таки
Сейчас будет уничтожать всех, всех дальников у меня. Понимаешь? О, у него еще и травница здесь есть. У него еще тут травница, прикинь. Травница доигралась. Так, не забывай, что у него молния и огонь есть. То есть у него две магические атаки. И он применяет. И он их применяет. Так, ну этому, я думаю, крышка, да? Вот так вот. Травница довыпендривалась. Захотела там пошаманить чуть-чуть. Слушай, по-моему, тут победа, мне кажется, за нами будет, ребят. Сейчас вытащим стрелка. Так, допустим. Но он с танками, конечно, тоже разбирается. Будь здоров, этот минотавр. Неплохо. Конечно, неплохо. Неплохо мы тебе задницу надрали, парень. Победа. Так, монетки. Опыт. Опять алхимик. Сарашип. Ух ты. Металлический дьявол. Эпическая карта, кстати. Так, это нам не нужно. И где, ребята, продолжение? Где продолжение карты? Опять нужно фиг знает сколько ждать, да? Клан. Почему-то сказали, что, ребята, клан у меня запаролен. Я не знаю, как, каким он может быть образом запаролен. А, вот, ребята, вот пароль. 2233. Так что... И почему это у меня флаг-то? Вот что надо-то. Так, событие кланового сундука закончится через один день. Понял. Единственное, что я не понял, почему дальше-то нету продолжения. Ребят, напишите в комментах, у вас так же до 40 уровня? Или это только у меня? Так, может, надо обновить его? Так, эпический сундук. Так, охотница, травница, сарашип, солдат Сэм. Электропушка, вот это хорошо. Нифига, охотник за головой. Ребят, я же его могу круто сейчас прокачать. Скоро разблокируется. Ты открыл новую главу. Треть. А, вот что нужно было сделать, ё-моё. Надо было, ребята, просто забрать сундук. Вот здесь сундук был, я его забрал, и вот у меня открылось. Отлично, отлично, контент пошел. Так, ну что? Хочу прокачать, ребят, естественно. Повысить уровень. Прикинь? Смотри, 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 сколько он, ребят. 1500 дамага наносит. Ух. Так, а что у нас еще есть? Кого мы можем еще прокачать? Подожди-ка, пушка, где это у нас? Кстати, вот надо глянуть, кто это такой. Это дальнобойные атаки, фракция мастерская, здоровье 320, атака 86. Скорость атаки быстро и скорость передвижения быстро. После смерти отравляет всех врагов вокруг. Слушай, ну можно, в принципе, взять на пробу. Статик. Нет, статик мне не нужен. Вот надо еще кого прокачать. Электропушку. Так, а вместо кого тебе взять-то? Если по сравнению с дамагом. Так, атака 273, а у тебя 86. Блин, я даже не знаю, стоит ли его брать. А если стоит, то вместо кого? Вообще, ребят, без понятия. Наверное, пока не вместо кого, просто оставим. Оставим его здесь. Так, ну что, давай, наверное, еще немножечко рубанемся. 41-я миссия. Кто у нас тут? Барт. Третий уровень. Третий уровень у Локи. Плюс, так, травницы нет. С и шаман второго уровня. То есть враг крепчает с каждым разом, да?
Так, электропушка у нас прокачана. О-о-о, бежит, бежит, бежит уже, сломя голову. На тебе. Шаман, вали отсюда. Тебе здесь не рады. Так, вот это вот фигня, ребят, получается. Сейчас электропушку вынес просто с удара. Слушай, что-то мне подсказывает, что здесь по дамагу мы, наверное, сфейлимся. Ты посмотри, этот эсф плешивый, плюс лучница там. Ой, как все запущено, ребят. К примеру, у него же нет пламени или есть, я уже не помню. Так, шаман идет. Идет шаман. А ну-ка. Так, допустим. Прекрасно. Пока все идет круто. Так, лучники отлетают только в путь. Сарашип бежит. Просто толпами падают. Это, ребята, благодаря всю грому. На тебе. Все, тут победа. Прекрасно. Так, сундук. Монетки. Понятно, что опыт. С. Охотница и Грутта. Я вообще Грутту увидел только, ребята, в одном моменте. Наверное, мы с тобой дойдем до 45 уровня, да? Заберем сундук. И все. И будем закругляться. Потому что надо еще на потом что-то оставить. Так что, ребята, вы видели, да? Действительно, у меня было запаролено. Не знаю, почему я запаролил. 2233 пароль на вступление в клан. Так, у него тоже, ребята, два танка. Парадокс. Давай, Гром, выходи. Так, а если я тоже так сделаю? Да мало-то уж и... Ага, вон у него что. Я понял тебя. Ну давай, выстрел будешь делать, нет? На, гаденыш. Так, сейчас мне распишут моего танкулю. Ну ничего страшного. Минус шаман. Ракеты к бою. Угу. Еще вызываем танкульку. И вызовем грома. Замечательно. Блин, все-таки подкосило, а? Ну ничего страшного, мы вызываем еще одного. Тюжин, Сэм упал. Смотри, что делает. Жарит огнем, ну и зря. Все, мы уже подошли вплотную. Сейчас задубасим его. Я вызову одних этих ракетчиков. И они просто расстреляют его издалека. Ну что, все? Допрыгался кузнечик. Вот как-то так. Давайте сундучки. Так, монетки. Понятно, тут опыт. Молния, гроза. И опять же S. Сарашип. Сарашип. Жалко, нельзя ее обменять ни на что. Так, ребят, здесь вообще не... Подожди, у него этот чувак второго уровня. У него, ребята, бард второго уровня. Ты понял? Ну-ка давай. Что он там, молнию готовит? Нет, ребята, он готовит стрелка, который допрыгался. Так, у него тоже пушка есть. Слушай, нам срочно нужен стрелок. Окей. Ну, ты будешь стрелять-то там? Три часа перезарядку свою делаешь. О, совсем другое дело. Сейчас ты, Барт, тоже допрыгаешься. Думаешь, такой хитер? Так, травницу позвал. Травница тебе не... Ты смотри, что творит, а? Смотри, что вытворяет.
Ну, сносим, да. Так, у меня еще огонек откатится. Я ему там огоньком прижучу. Чуть-чуть. Ну и все, в принципе. Что он тут сделает? Больше он ничего здесь не сделает мне. Пока. Just wanted. Монеты. Так, ну понятно, опыт. Так, ну что, еще миссия, да? И у нас будет сундучок в кармане. Блин, опять, ребята. У него опять этот буйвол. Плюс у него ракетчик. Поехали. Так, блин. Это плохо. Будем издалека его тогда крошить. Ну, пытаться. Такой умный, да? Так, он пламя потратил, верно? Верно. Давай, стрелок, выходи. У него молния. Вот это косяк, друзья мои. Иди отсюда. Так, шаман идет. Слушай, нам нужен, знаешь, кто? Нам нужен гром. Так, 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 гром как раз здесь должен хорошо, ребят, зайти. Плюс ракетчик. Ну, ракетчик. Барт, выходи быстрее. Так, я не понял, а как это он успел опять вызвать его? Так, секунду, что-то так дело не пойдет. Пипец, двоих что ли уничтожил? Ну да. Блин. Какой ты тугой, а. Не нравится мне это все. Опять он вызвал ракетчика. Ну что, нам нужен гром. О, нет, 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 ребята. Фейлимся. Кого ты вызвал, блин? Хорошо, гаденыш. Ладно, ладно, мы сейчас переиграем. Так, что я там пропустил? Какой момент? Молния у него. 8-го уровня. Фига себе. Я только сейчас заметил, 8-го уровня у него молния, прикинь. Ну-ка, давай посмотрим. Он же сейчас ее потратит, насколько я помню. Так, я потратил первое пламя, да? У него есть молния, не забываем об этом. Будет он тратиться сейчас на грома или нет? Потратился, да, все-таки? Еще две, смотри. А, не подбил, не хватило тебе дамага. Плешивый ты ханорик. Так, давай стреляем. Ну и чего? Так, допустим. Гром, блин. Так, минус шаман. Слушай, еще не все потеряно. Так, отталкиваем. Правильно, все идет. Стрелок. Вызвал, да, все-таки стрелка. Подавись. Угу. Давай еще одного ракетчика позовем тогда на помощь к нам. Ну, я чувствую, что все, ребята. Финита ля комедия пришла. На тебе. Попрыгунчик. Так, монетки. Тут понятно, это опыт. Гром. С. Блин, охотница. Я жду каких-нибудь хороших карт, а мне выдают все время какое-то фуфло, на самом деле. Ну что, вот до этого сундучка я хотел поиграть. 9 уровня, 8 уровня. Да вы серьезно, что ли? В
такой прогрессии, друзья мои, да? У них, и, как тебе сказать, обычные вот бойцы до такого уровня прокачанные. Этот мясник сейчас мне тут жару даст. Наверное. Так, нам нужно вырубать этих двух голодранцев. Так, Грута бежит. Чеканутая это с плеткой. Стрелок, давай. Ага, ага. Конечно. Все, да выпендривалась. Грута. Ах ты, млевка! Кричит этот охламон. Так кого он млевка-то назвал? Нас, что ли? На, шаман. Еще, блин. Так, не всех подбил, слава богу. И это хорошо. Давай, Гром. Тут нужна твоя помощь. Тут твоя сородич вон бегает, Грута. Надо ее наказать. Ух. Слушай, тут победа. Тут однозначно, ребят, победа. Пу-бух. Вынесли просто-напросто в хламину его. А вот и сундук. Так, что у нас тут? Алхимик, гроза, моряк Морган и последняя это охотница. Да, не очень хорошая, конечно, добыча. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй-ка, мы на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!